Удивительные вещи, которые я могла сегодня услышать, например, на двух баянах, играть в Вивальди, это уникальные ребята, просто уникальные. Арсений и Василий Кирюхины покорили жюри и звездных гостей конкурса. Сказочная синяя птица. Она может стать сказочной только тогда, когда очень много часов потратишь на этом баяне, когда ты свои пальцы в мозоли сотрешь.